Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем, почему вам обязательно нужно задуматься над тем, чтобы завести себе морскую свинку. Морские свинки – невероятно обаятельные животные. Своей милой внешностью и забавным характером они восхищают и удивляют. Стать владельцем такого грызуна мечтают многие дети и взрослые. Однако очаровательный внешний вид и спокойный характер – не единственное, за что стоит взять морскую свинку себе в питомце. Итак, представляем вам 6 интересных причин завести морскую свинку. Морские свинки – очень преданные животные. Они привязываются к своему хозяину и способны запомнить его голос, запах и даже лицо. Почувствовав приближение владельца, морская свинка начинает издавать радостные свистящие звуки. Так она выражает свою любовь. Эти грызуны могут сидеть на руках своего хозяина несколько часов подряд. Настолько они любят ласку и внимание. Морские свинки обладают высоким интеллектом, они хорошо запоминают свое имя и легко поддаются дрессировке. Этих животных можно обучить трюкам. Так, например, очень часто хорошо выдрессированные морские свинки могут звонить в колокольчик, вытаскивать лотерейные билетики и даже исполнять роль в театре грызунов. Морские свинки – одни из немногих грызунов, которые бодрствуют днем. В отличие от тех же хомяков, шум от морских свинок ночью минимален, а в светлое время суток эти животные активны и готовы к общению. Морские свинки неприхотливы, эти животные подойдут даже тем, кто никогда не содержал дома питомца. Достаточно кормить морскую свинку пару раз в день, менять ежедневно воду и убирать клетку каждую неделю. При своевременной очистке клетки ни шерсть, ни само место проживания морской свинки не издает неприятных запахов. Также стоит отметить, что эти грызуны очень самостоятельные. Они умеют переносить временное отсутствие хозяина дома и способны сами себя развлечь. На фоне других грызунов морские свинки отличаются долгой продолжительностью жизни. В среднем морские свинки живут 6-8 лет, но известны случаи, когда эти грызуны доживали до 12-14 лет. Общение с морской свинкой развивает детей и взрослых. Эти животные учат вниманию, заботе и ответственности. Также эти грызуны заражают своих хозяев жизнерадостностью и оптимизмом. Морские свинки – симпатичные и добрые домашние животные. Они преданы, умны, самостоятельные, общительные. И перечисленные причины хорошо подтверждают это. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!